соборе Святой Софии на украинском языке. По просьбе диаспоры и консульства волонтеры перевели гид по туристической Мекке Стамбула. Пользуется ли популярностью новая услуга и где еще могут появиться украинские аудиогиды? В сюжете Александра Кулебабы. Аудиогиды в соборе Святой Софии зазвучали на украинском. По инициативе посольства Украины в Турции их перевели волонтеры организации UA Guide. Аренда устройства обойдется в 30 лир. Это $5. В наличии есть украинский аудиогид. Пусть спрос небольшой, но все же люди радуются, что он есть. Идею создания украинского аудиогида в консульстве Украины в Стамбуле подсмотрели полгода назад в Германии. Сразу обратились к волонтерам и согласовали перевод гида с администрацией музея. Теперь ведут переговоры и с руководителями других историко-культурных памяток города. В Стамбуле есть довольно много интересных музеев, которые с удовольствием посетят украинцы. Поэтому скоро мы продолжим эту работу. По данным консульства, только в Стамбул за прошлый год приехали 300 тысяч украинских туристов. А такие гиды будут способствовать посещаемости музеев. Александр Кулебаба, Эдия Катаман, из Стамбула, UATV.